Могли бы звать экзотически, Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире поп-музыки, только зовут ее просто Катя. Мой друг на ней зациклен фактически, весь день звонит и шлет сообщения. Все это не смертельно, но все-таки, если увидите, передайте. Если увидите, передайте. Катя, возьми телефон. Это он, это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. Потому что так бывает, если в первый раз влюблен. Катя, возьми телефон. Все один и тот же сон. По ночам не спит, но видит все один и тот же сон.